Привет, мои дорогие подписчики, гости канала. Сегодня мы опять в Карамышево. На самом деле не хотела записывать данное видео, но все-таки решила, потому что тут опять очень много всего интересного, то, что я хотела бы вам показать. Мы уже тут надули матрас, как всегда, будем плавать. Я хотела вам показать, тут паутина огромная. Вот я сейчас вот выйду к матрасу, посмотрите, тут представляете, какого размера здесь гигантский паук. Но тут, слава богу, его не видно, я очень боюсь пауков. Так, вот что я хотела вам показать. Посмотрите, какой жук, с какими огромными усами. Видите? Даже не знаю, как он называется, но это какой-то житель деревьев. У него усы в два раза больше, чем он. Сейчас его получится, чтоб ракурс. Ага. Вот. К сожалению, не могу сказать, как называется. Вот. Усищи какие. На улице у нас ливень, такой прямо беспросветный, тучи полностью окутали небо, вот, прям белое-белое все. Мы сейчас вот жарим шампиньоны на углях, и да, вот нас так вот тут застал врасплох, а люди купаются под дождем. Где-то там вдалеке еще был раскат грома. В общем, увидели тут трамплин, сейчас покажу, тут ребята уже сейчас прыгают. Я вам хотела заснять, но, естественно, я прыгать не буду, я не совсем. Тут, знаете, какая высота огромная. Так, вот какая высотища. Вот этот трамплин, вот ребята там, они уже прыгают. Давайте-ка сейчас мы посмотрим, может, вот сейчас вот какой-то смелый отчаянный. Ага, нет, 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 нет. Сейчас еще может кто-нибудь. Тут очень много катаются на моторках. Опа, полетел. Они прям как-то резко решаются, то нет, то в один момент. Там, кстати, не так-то глубоко. Там даже жопы вот достаешь, когда прыгаешь. Сейчас еще будет. Вот, смотрите. Оп. Что-то неудачное, мне кажется, у него была попытка. Так, смотрите, что я обнаружила. Вот это вот овод. Овод, он закопал. Он, в общем, рыл здесь норку. Как он так закопал? Может, он что-то сложил туда? Не видели? Как всегда, уже к тому моменту, когда уже все. Когда уже неинтересно. В общем, там овод рыл себе норку. Пока я ходила с телефоном, он уже ее закопал. В общем, вот так. Сейчас, если пока еще найду какой-нибудь интересный момент, зафиксирую. Вот, смотрите, вот так вот они роют себе ямки. Вот видите, как он интенсивно копает. Не знаю, что они там прячут или сами прячутся от солнца. И вот так вот они делают. И вот он будет так глубоко-глубоко, пока уже не проникнет туда, в эту... Вот, видите? Он залез туда, все. Он выкопал себе ямку. Сейчас он будет вылазить и еще раз прокапывать. Сейчас вылезет он. Вот листочек шевелится. Это он там двигается. Еще глубже копает ямку. Только что сейчас чуть показался и опять залез. Вот он показывается из этой норки. И себе туда ее зарывает. Что-то спрятал, наверное, и зарывает. Видите, как интересно. Оказывается, вот что они делают. Почему эти такие пчелы, оводы такие огромные? Чтобы вот так вот они могли себе вырывать и потом закапывать норки. Может быть, что-то он там спрятал. Так, вот еще что, хоть кого я вам хотела показать. Посмотрите, какая бабочка. Она охлаждается вот тут вот на бутылке с водой. Такая вот у нее расцветка такая. А что интересно, сейчас в этом году у нас очень мало бабочек, потому что в феврале месяце они все проснулись, и их сразу же ударил мороз. И в этом году у нас очень мало бабочек. А у вас как? Где там, где вы живете, как с бабочками? У нас в этом году вот прям существенно мало.
А это вот такая вот. Очень красивая. Так, вот я сейчас уже нахожусь дома. Подзагорела, у меня нос немножечко прихватился, как видите. И так вообще я вся в домашнем такая. Ну, в общем, не было мне времени снимать именно там концовочку. Опять я ее снимаю у себя уже дома находясь. В общем, что я хотела сказать. Я вот сняла всех представителей насекомых, которые в этом видео. А кому интересно, описание будет, название будет в описании к видео. Я уже после того, как сняла видео, посмотрела все в интернете, изучила, что это за представители. Поэтому, кому будет интересно, вы можете посмотреть в описании к данному видео. Мне самое очень интересно вместе с вами изучать нашу природу, смотреть красоты и удивляться, какая у нас богатая, разнообразная природа. Давайте вместе это все будем подмечать, замечать, не проходить мимо, а наблюдать. И всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. Всем пока-пока!